Я уже рассказывала о том, что я томат бобкат не формирую, он сам растет. Вот урожай мы уже первый частично собрали. И хочу сейчас более полную характеристику дать этому томату. Почему мы уже 10 лет обязательно выращиваем минимум 10 кустов этого томата. Вот посмотрите при разрезе, какой он красивый. Яркая красная краска, очень вкусный, сладкий. И сами плоды очень красивые. И сами сердцевинки тоже такие яркие, красивые. Томатный сок получается изумительно красиво. Бобкат или бобкет на английском. Это томат гибрид фирмы Сингента. Почему я его выбираю и высаживаю каждый год? И мы его после президента, это на втором месте у нас этот томат находится. Потому что с момента высадки рассады этот томат очень быстро созревает. Буквально на 60-й день мы уже первые томаты собирали. 22 февраля посеяли семена на рассаду, 18 апреля высадила здесь пленочные теплицы. И уже вот 18 июня первые плоды мы уже собирали и делали первый салат. Очень хороший томат для томатного сока. Кроме питания, томатный сок, много сухих веществ. Здесь сухих веществ от 5,5% до 6,2%. Этот томат устойчив против вертицеллиоза, альтернариоза, от гнили томата, фузариозного увядания, серой пятнистости листьев. К сожалению, фитофтора, если не соблюдать технологию, и красная пятнистость, кладоспориоз, эти заболевания посещают растения. Я уже это в своей жизни испытала. Были такие годы. Особенно это открытый грунт, ну, как и для всех томатов. Фитофтора поражает в открытом грунте все томаты после первых дождей. Мне чем нравится этот томат? Вот сейчас я вот собираю вот эту первую кисть, вторая там созревает, ну, на третьей чуть меньше. Но вот сейчас уже вот дальше он высокий получается, хотя он заявлен как детерминатный в теплице. Вот он снова растет, он уже больше метра. Прекрасно он себе здесь формирует. Вот некоторые кусты, где еще не собрала, они зелененькие, еще не пошли так ветви, новые побеги. А вот, пожалуйста, вот уже новые побеги, новые томатики созревают. И для жары, ему не страшна жара, он себе вяжет столько, сколько ему надо. Вот такой прекрасный томат, называется он бобкат. Ой, прекрасный, замечательный томатик, который нам очень нравится. Вот его там много видно. И здесь тоже видно много. Сейчас буду собирать, будем варить томат. Я думаю, что те, кто занимается теплицей и хочет получить весомый урожай, а урожай получается с куста где-то 7-8 килограммов, они очень тяжелые. В этом году один гигант у нас даже был, бобкат, 527 грамм вырос. Вот это такой вот томат бобкат. Его надо обязательно выращивать в каждой теплице. Лучше вырастить 10 бобкатов, чем 100 кустов в открытом грунте. Кстати, а вот и уже и готовый томатный сок из бобката. Очень вкусный, красивый, густой и ароматный. Поэтому каждый год будем выделять небольшое место на грядке, минимум для 10 кустов этого уникального гибрида с названием бобкат.